Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-героя». Как ты видишь, у нас закончился с тобой 42 сезон. Не успел я дойти до 40 ранга, поэтому получаем с тобой слабенькие награды. Так, это у нас значок зонтик, ну и, естественно, пиньята. Так, посмотрим, сколько нам тут выпадет с тобой. Угу, 2 пака и здесь 3. Итого 5. Ну что ж, давай открывать. И будем надеяться, что хоть какая-нибудь легендарная карта нам с тобой выпадет. Так, необычные. Ну, пока ничего новенького нету, к сожалению. Блин. Так, редкие пошли. Угу. И все. Даже, ребята, супер редких не выпало. Представляешь, ни легендарные, ничего. О, я расстроен. Друзья мои, я очень сильно расстроен. Так, сезон 43 начался. Так, в какой ранг меня сразу закинут? 10-й, да? Серебряная лига. Ну что, друзья мои, давайте немножечко поиграем. Так, я не знаю. Начнем за растения или за зомби? Давай за зомби. Начнем с тобой за зомби. Я хочу взять... А давай бесячество возьмем, а? Сыграем за него. Поехали. Ну, тут хорошо, у нас будет с тобой очень быстро набиваться ранг. По-моему, 2 звезды мы будем получать за каждые 2 победы. Или 3 победы, я уже не помню. Ой, второй. Ну, смотрите, ребята, у него уже зонтик. А это говорит о том, что он играл в прошлой лиге, да? Зубастизила. Так, что это у меня тут? Поехали. У меня нет пока худа, поэтому приходится пропускать. Зубастизила задумалась. О чем, интересно? Фаза тайгер. Ну, короче, фаза тигр какой-то. Блин, ну что там за зависоны такие, парень? Очнись. Че, халявную победу хочешь мне дать? Пх, ради бога, я не откажусь. По-моему, да, ребята. Везет же мне, а? Если он сейчас среагирует... Нет, по ходу дела все, завис. Нет, ты посмотри-ка, не завис. Гаденыш. Нервомотатель, короче, очередной. Вот что я тебе могу сказать. Давай-ка я сделаю, наверное, вот так. Нет, ну хочешь мотать нервы, мотай нервы. Только если он думает, что у меня игра зависнет или еще что-то в этом роде, то он глубоко ошибается. Единственное, что мне жалко ваши нервы, ребята. Вот это вот смотреть все. Возможно, я даже вырежу именно вот этот поединок, если он вот так вот будет до конца боя сидеть и нервы мотать. Ну тут тоже понятно, ребята, второй ранг. Ты видишь, да? Вон звездочка, второй ранг. Он, наверное, не шарит ни в чем. Он даже не знает, что, наверное, можно выкладывать карты. Скорее всего, так. Но почему-то знает, как пропустить ход. Ладно, пускай сидит. Мы его в любом случае с тобой забомбим. Так, дальше что будем делать? Сундучки, вы мои сундучки, да? Отлично. Блин, жалко тут нельзя как-то, я не знаю, ребят, время ускорить или еще что-нибудь. Или вот если вот так вот человек делает, да, 3 или 2 хода подряд, чтобы его просто с проигрышем выкидывали с этой арены. Так, ладно.
Сколько там? 20 секунд, по-моему, да, дается, чтобы подождать. Мы ему сейчас нанесем с тобой. Так, 2 урона. Плюс здесь 2 единички. Но этот наносит, по-моему, 3. Да, 3 урона. У него срабатывает блок. Он еще будет, наверное, стоять с блоком. Специально нервы мне выматывать. Но это долго не продлится. Я вот поставлю этого мужичка и все. Даже мы сделаем немножко по-другому. Вот так вот. Поехали. Бумс. На, на. Ну да, он сейчас будет долго сидеть с этим лепесточком. Да неужели сдался? Нет, ребят, не сдался. Ну что? Давай вот так вот сделаем. Ну, в принципе, и все. Если он сейчас ничего не сделает, ребята, мой варвар звезданет 7 в лицо ему. Ну и вот этот вот танцпол. Трешечку в лицо плюс 4 сверху. Да просто так неинтересно играть на самом деле. Нету какой-то живости, знаешь. Но тем не менее, за счет таких вот дурачков я продвигаюсь вперед. Причем без напряга. Возможно, когда мы будем рендерить видосик, я жик, просто на ускорение все это промотаю. Вот это вот время ожидания. Ну все, ему крышка, ребят. Бумс. И пока. Так, сейчас посмотрим, сколько мы будем получать с тобой звездочек. По-моему, все-таки по 2. Да, по 2, ребят. Нанесите 20 единиц урона героям бесячеством. А тут еще и Нептусию надо. Ну что, давай тогда, наверное, мы сыграем за Нептусь. Где она у нас? Вот. А что у нее там за колода? У этой Нептуси. Да ладно, спортивная, что ли? Так, ну вот это вот можно отсюда убрать. Это мне не нужно. Она какая-то солянка, если честно. Вот это зачем? Не понимаю. Значит, мы с тобой сделаем немножко по-другому. Добавим мы этого. Вот этих. Раз колода полуспортивная. Этот вот нам не нужен. Это тоже нам не надо. Вот это тоже уберем. Добавим тренеров. Эти-то нафиг здесь. И вот это тоже нам не нужно. Сделаем спортивную колоду. Надеюсь, что она нам поможет здесь. Ну, можно было бы взять, наверное, вот парочку таких. Подожди-ка, это у нас... А, вот, вот этих вот. Этого уберите, это у нас защита идет. Вот это тоже уберем. Так, это у нас медик. Плюс заморозка. Но в принципе в остальном все вроде бы нормуль. Да? Ну да. Ну что, поехали тогда. Так, погоди-ка. Один, почему он один-то? Твою налево, этих тут дофигища, оказывается, было. Все? Можно даже вот так еще добавить одну, да? А убрать вместо нее... Вот кого. Ребят, солянка прям вот на ваших глазах отделалась. Так что не обессудьте, если мы проиграем.
Так, нам достается орех в доспехах 6 ранга. Блин, а я что, этого не поменял? Ё-моё, ребята. Гаргантюаха. Это плохо. Ну и что будем делать? Выставлять? Или просто пропустим ход пока? Он вызывает стенорех. А мне сразу почему-то, ребят, подсказывает, что эта колода будет на орехах. Почему-то вот предчувствие такое. Давай вот так вот сделаем. Окей. Если он сейчас будет орехами прикрываться, то значит я был прав. Тут ландшафт. Да? Любитель, который любит ландшафты. Космический мох. А если я пропущу ход? Ой, какой ты молодец. Какой ты... А, он, блин, прокачал. Давай-ка мы с тобой мох уберешь. Вот так вот. Мох мы с тобой брали, а этот у нас... Понятно. Давай вот так вот сделаю. Задумался, да? Меняет. Какого лешего, блин? Так, меняем, ребята, этот ландшафт. К ядрине фени. Все, он думает, что он сейчас тут на отхилах. Ха-ха. Если он думает, что он тут на отхилах разгуляется, то... Вот уж дудки. Кар-кар-кар, да? Опачки. Кто у нас тут появляется? Смотри. Смотрим дальше. Но у него карт там дофига, я смотрю. Значит, все-таки это тот самый чувачок, который действительно на отхилах собирался, да, играть. Восстанавливай здоровье, восстанавливай, восстанавливай. У нас с тобой вот этот неуязвим, поэтому урон мы не получим. Что, поехали? Слушай, он заколебал своей защитой, тебе не кажется? Вот, мне кажется. Что теперь нам сделать? Слушай, ну я могу, например, вот так вот влепить. Ну и все, пока. Что он там перемещает и вытягивает карту? Да перемещай, господи. О, даже как делает. Окей, погнали. У нас с тобой защита, не забывай. Он, если даже ударит, то уничтожит этого. Тут, да, тут немножко похуже, я не спорю. Но опять же повторю, немножко. Так, поехали. Рыцарь, друзья мои, в доспешках. Давай сделаю вот так. Ну и вот так. Уничтожает зомби. Ой, какой ты молодец. Тогда получай люлей. Все, последняя броня, ребят, которая у него была, кончилась. Прощай, мы будем скучать по тебе. Хм-хм.
Ну что, ребят, смотрим. Да, допустим. И все? Этот сейчас полетит у тебя к ядрене фени. Ай, к ядрене фени. Ну, мы можем с тобой вот так вот сделать. Так будет даже лучше. Поехали. Тунс, тунс. И 5 хп у него остается. Так, давай-ка хильнемся, наверное, да? Так. Плюс индюшечка. Что там? Герой становится неуязвим? Ради бога. Делай неуязвимость свою. Серьезно? Вот так вот, да, ты решил? Ну что же, это твое дело, парень. Поехали. Допустим. Что дальше делаем? Что мы с тобой делаем дальше? Давай я хильнусь, фиг с ним, так уж и быть. Хе-хе, 11-1. Все? Ну, извиняй тогда, пацанчик. Поехали. Так, сколько у него там? Одна картишка, я смотрю, да? О, тут все, ребят. Тут крах. Как нам тут лучше сделать-то? Наверное, вот так вот все-таки, да? Посмотрим, что за карта. Ковбойщик. Ковбойщик мы поставим вот сюда. Так, ребята, а теперь нам остается только лишь активировать... Правильно, вирус. Погнали. А, он сдался. Но он понял, понятное дело, что там он достаточно охотника одного, чтобы вот его, чтобы пробить полностью. Но, тем не менее, как ты понимаешь, Нептус нашего выиграла. И мы получили... А, подожди-ка. Блин, мы не нанесли, ребят, мы не нанесли всего лишь одну единицу урона, которую должны были. Хорошо, давай нанесем, так уж и быть. Мы уже, кстати, с тобой на 11 ранге. До 37-35 ранга еще более-менее мы двигаемся. Вот потом, ребята, у меня проблемы. И проблемы именно с теми колодами, у которых есть легендарные карты. Причем очень много легендарных карт. И поэтому не надо мне писать кто-то там: да вот я прохожу без легендарных карт. Я не поверю, чтобы ты мог пройти на высоких рангах без легендарных карт. Полный обман. Так, что-то мне вот это не нравится. Пропустим здесь, наверное, ход. Слушай, это же гриб. Грибной у нас, да, чувачок? Что нам делать? Ума не приложу, что мне тут делать. Получать пока люлей. Пока, мись. Угу. Ну, тут уже можно чутко и порезвиться. Опа. Окей. Так, ну это меняем, естественно, это меняем все.
Так, смотрим. Опачки. И росточки. Понял. Он, видимо, не догадывается, что у меня здесь, да? Так, у меня срабатывает защита, это хорошо. Погнали. Это идеально. Так, ну что, дальше-то? Ну, давай я, наверное, сделаю вот так вот. И... Блин, не хочу пока ничего делать. Давай просто вот так вот сделаем с тобой, да и все. Поехали. Укусил, да? Подлец мелкий. Ну, давай я сделаю вот так вот. Ага. Сейчас начнет с бобовых со своих, да? Судя по всему. Так, кого нам тогда спрятать? Да давай, наверное, вот этого спрячем с тобой. Погнали. Что он там сейчас будет делать? Ага. Антигерой, да? Я явился. Антигерой явился. Ладно, погнали дальше. Если я поставлю вот так вот. Что он сделает? Угу. А дальше? Все, я тебя понял, парень. Все растения получают плюс один, плюс один. Плюс один, плюс один. Ну, наверное, только не в этот раз, я так понимаю, да? Или как? Мы можем с тобой убрать одну из пакостей. К примеру, вот эту вот. Погнали. Допустим. Амфибия. Ставим ее на воду, естественно, сразу же. А я пропускаю здесь ход. Так, он, конечно, может, ребята, сейчас выставлять бобовые, они будут просто атаковать меня. Но здесь, не забывай, стоит у нас. Ага, вот что он решил сделать. Выставлять сюда грибочки, да? Нет. Угу. Ну так вот я сделаю. Что дальше? Посмотрим. Ну, я так понимаю, что выхода-то у тебя нету. Рикошет? Ну, рикошет. Тебе два в лицо надо ударить всего лишь. Все, тебе крышка. Не получилась комбинация, да? У ночного колпака. Конечно, пытался.
наверное, что-то сделать. Но видишь, не получилось. Но мы с тобой зарабатываем 20, точнее 10 гемов за 20 единиц урона. Так, ну что, теперь двигаемся дальше. Сыграем с тобой за... Давай за растение поиграем, а? Поиграем за растение, но выберем с тобой... Кстати, последние, ребята, последние... Сколько там этих... Короче, с 35 по 37 ранг я поднялся именно на вот этой розе. Эта роза у меня на заморозках. Ну, не сказать, чтобы, конечно, тут все так фартово получалось. Все рандомно, абсолютно рандомно, друзья мои. Видишь, что творит? Вот так вот тогда сделаем с тобой. Но это, наверное, глупо было с моей стороны, потому что все равно он будет наносить урон. Когда карта именно вытягивается. Я вот к чему. Так, видишь, что вытворяет? Ну что ж, погнали. Кто там у тебя? Ага, пират. Пока мне тут некого поставить. Единственное, что я могу, это хильнуться. Кто там у тебя? Опять пират? Угу. Тратит картишки. Это, ребята, это хорошо. Это мне нравится. Так, ну что, ставим теперь снапдрагона, наверное, да? Или как? Сейчас посмотрим. Ну, давай, допустим, я сделаю. Давай сделаю вот так вот. Че, кровожадность? Хорошо. Кровожадность, значит, это мы тоже, ребята, знаем, как с этим, да, драться. Надо же, кого ты вызвал там, а? Пугало-то огородное. Так, ну что, этого в минус. Что он там делает? Перемещает, получаешь плюс один. Так, даже еще лучше будет. Так, даже еще лучше, парень. Как тебе такой раскладик? Кровожадность, да ради бога. Такой дурачок думает, на кровожадности выйдет. Нет, парень. Опа. Ну что, мы с тобой, наверное, сделаем следующим образом. Вот так вот. Ой, что, картишки кончились сегодня? Парнишка, да ладно, ты меня не расстраивай так. И? А знаешь, зачем он этого пиратика поставил? Хочешь, я тебе скажу? У него там будет кровожадность. Ну, это если ты не знал. Бочка с кровожадностью — это уже пройденный вариант, и мы знаем. Ты понял? Что он делает? Да-да, она взорвется, ребята, и уничтожит меня. И тут появится пират. А если бы у меня здесь стояли бы растения, он бы всех растений мог уничтожить. Так что это для меня не удивление. А вот это уже плохо, ребят. Это чертовски плохо, потому что, смотри, 4... Блин, это чертовски плохо. Ты спросишь, чем, а я тебе сейчас отвечу, чем. Вот этим вот.
Ну что же, надеемся на... Наносит 2 единицы урона. Да фиг с ним, пускай наносит. Защита сработала, так, превращай. А, заморозочка. Давай. Пока. Пока. Продолжаем разговор. Заморозочка, ну что, давай вставляй там следующего своего супер-пупер героя. О как, о как. Глянь-ка на него, а. Командор фигов. Ну что? Блин, так не получится, ребят. Что бы мне тут сделать? Как бы лучше сделать, я бы так сказал. Давай, наверное, вот так вот все-таки. Ну и плюс ко всему, вот так. В плане, я не понял. Я не знаю, кто у него там на самом деле находится. Сейчас глянем. Опа, опа. С прочерками, ты прикинь. На-ка. Ну и великолепно тогда все получается у нас. Наивный, да? Хотя почему наивный? А вот этот вот действительно наивный, ребят. Смотрите, что мы с вами делаем. Мы ставим, так, у нас сколько тут? 4, да? 4, это получается Лава Гоа. Ставим сюда. Ставим 4, да, нужно 4 сюда. И вот таким вот образом. Ай, как хорошо. Теперь посмотрим, что он тут сделает. Что же ты, парень, сделаешь такого? Естественно, у него сработает сейчас защита. Тут понятное дело. Ух ты, ух ты. Как ты меня напугал, парень. Ёлки ты палки, поехали. Вот и все, ребят. Фокус у него не получился. Так, ну что, мы с тобой до какого там? До 12 ранга поднялись, да? Да. Ну хорошо, давай еще. До 13 доберемся, и будет нормально. Так, за розу поиграли. Давай теперь сыграем за орех. Ребята, орехов я тут много сделал, я вот не помню. Этот у нас... Ага. Это подозрительно, если честно, колода. Вообще подозрительная. Ну-ка посмотрим. Да подожди ты, дай хотя бы глянуть, что у тебя. Так, господи. Ага. Это колода на хил. Давай попробуем ее. Это хилищий орех, друзья мои. Киригот какой-то против нас выступает. Смотри-ка, как парненько выпало все, а? Вот даже не знаю. Давай, наверное, трындец. Нет, ну хилочек у нас с тобой здесь достаточно, поэтому, в принципе, переживать не стоит. Единственное, что вот у меня хода ближайшего не будет. Очень долго причем. А супермозг, он у нас любит на кровожадности играть. Вот что. Так, видишь, берет дополнительную энергию себе. Неспроста. Уже взял преимущество, да? Давай я поставлю вот так вот. Еще берет энергию. Ага. Это уже интересно становится. Смотрим дальше. Хм. Ну давай я сюда поставлю орех. Я фиг знает, ребят, кто там у него.
Ага. Сейчас надгробие бросит. Ага, делает бонусную атаку. И кости. Так. Блин, у меня могилоед есть здесь? Нет, я вот не помню сейчас, ребят. Слушай, ну этого гаденыша надо давить. О, как. И вот этим вот... Вот этой вот ерундой он хочет меня сейчас тут напугать, что ли? Я не понял. Да, то, что он, конечно, энергию у меня поедает, это плохо. А, он еще... Понял. Тун-тун-тун-тун. Что делаем? Давай вот тут даванем. Чуть-чуть. Вот так вот. Твою же дивизию. Да, по энергии он, конечно, меня превосходит. Что он там перемещает зомби плюс один получает? И кровожадность ставит. О, как. Ох ты, как ты разогнался-то, парень, а? Ох ты, как разогнался-то, не к добру. Ну, давай, давай. Так, слушай, это для чего он хочет? Он хочет вызвать кровавую луну, я так понимаю, да? Он хочет воспользоваться кровавой луной. Вот он что хочет сделать. Ну ладно. Так. Давай-ка я вот так, наверное, сделаю. Ну и сюда поставим с тобой. Поехали. Тун-тун-тун-тун, да? Так, это мы сохраняем. Смотри, что творит, а? Естественно, ребята, он сейчас... Так, как вот от этой гадости я пока никак не смогу избавиться. Пока, к сожалению. Но могу сделать вот так вот. Ага, арахис. Арахис плюс. Наверное, с тобой сделаем вот так вот, да? Погнали. Тут, понятное дело, друзья мои, пробьет сейчас. Пять в лицо. Ну, хила у нас хватает, поэтому переживать пока не стоит. М? Добренько. Ну, это фигня. Это меня нисколечко не пугает, если честно. Давай-ка, наверное, хильнемся с тобой. Чуть-чуть. Этого уберем отсюда. Кидрини Фенис пули боя, да? Так, я не знаю, давай, наверное, еще хернем чуть-чуть нашего бойца орешка. Так, у него срабатывает защита. Будет тратить или нет? Не стал. Погнали. Что там, вытягивай две карты. Плюс один до конца, да ладно. Серьезно, что ли? Поехали. Раз, два. Ты, надеюсь, понимаешь, что ему уже крышка, да? Ты спросишь, каким образом? Я тебе сейчас покажу. Смотри. Вот на что он рассчитывает. Сейчас попробует за... Даже так...
Я-то думал... Я-то думал, ребята, он серьезно настроен, а он так детский лепит. Давай сюда поставим, да? В принципе, без разницы. Плюс с тобой сделаем защиту. На всякий случай, а вдруг что-то не получится, не по-нашему пойдет, да? И вот так. Поехали. Рикошет всех растений на земле. Парень, ты просто мне сделал услугу. У меня защита стоит. Да-да-да. Теперь смотри, как тусенок. Даже если он его, ребята, уничтожит, а я сомневаюсь, что он его уничтожит. Так, что ты сделаешь? А, две единицы героя восстанавливает. Ну, пока ему не восстановить, понимаешь, да? Поставим сюда. Поставим сюда. Поставим здесь. Поехали. Что там? Вот-вот, ребят, вот про это я вам и говорил. Но тут уже все, тут уже без вариантов. Хотя вот этот охламон стрельнет сюда, скорее всего. Да? Бонусную атаку надо. Ух ты какой! Бонусную атаку, тебе ж крышка, парень. Я так и думал, ребят, что он будет работать на кровавой луне. Они такие все жучары. Сами себя раскрывают. Так, ну что, еще один поединок нам нужно сделать, чтобы перейти на 13 ранг. И сыграем мы с тобой на этот раз за картофан. У меня, по-моему, одна колода за него, за картошку. Опачки. 17 ранга против меня вышел. Причем это профессор Москатака. Парень довольно такой, специфичный. За него надо уметь играть. Он тоже, кстати, по-моему, на кровавой луне очень неплохо отжигает. Но меня он другим бомбит. Есть такая карта, которая при заклинаниях дает тебе еще одну карту при использовании заклинаний. И вот он этой картой может себе столько настакать, потому что там он берет Эврику, фиг Эврику, там что только у него нету. Там потом еще три карты берет. Вот, видишь, начинается, короче. Эти карты у него просто в кармане, знаешь, как про запас уже лежат. Так, ну что мы с тобой сделаем? О, о. Орех. Блин, он ничего не выставляет, ребят. Я тоже не буду ничего выставлять. Он сейчас может, правда, вызвать пришельца. Как вот там? Зомби-астронавт. Который, по-моему, стоит 3 энергии, да? 2 или 3. Но он ставит Эврику, а у меня нет, друзья мои, к сожалению, ландшафта. Но зато есть груша. Ого-го, пошел веселиться, да? Так, в кого он превратит этого ханорика? Тебя умоляю. Серьезно, что ли? Давай поставим вот так вот. Ничего поделать, если я с этим не могу, ребят. Так, потом у нас будет сколько? 4 энергии, да? 4 энергии, что я могу на 4 энергии? Этого позвать. Блин, то, что у меня ландшафт, конечно, портит. Это да, ребят. Ландшафт он не портит. Если я выставлю орех, он сюда же перелетит, по-моему, так. Мыши летучие. Слушай, ну это уже другой разговор совсем. Блин. Эх. Придется так сделать. Блин, надо было кактус-то... Ой, господи, вот дурило-то, а, деревянное.
Надо было вначале выставить кактус, потом проливной дождик сделать. Ну что ты, Рэй, ну ё-моё. Это же надо было так заглупить. Ладно. На. Так, тебе крышка, парень. Ну, мыши, да, летучие тут дадут, конечно, джазу. Кокосовый король, это тоже хорошо, кстати. Кокосовый король, потом выставляем с тобой орех. И все, и живем припеваючи. Видишь, что творит? Видишь, что вытворяет парнишка-то? А кокосовый король еще не сейчас. Окей, давай проверим. Чья бодрее? Ну что ты там задумался-то? Так. Кто у него там вылупится, сейчас посмотрим. Он мне еще сейчас растение посадит. Спасибо. Так, в кого? О, даже как. Он сейчас захочет уничтожить мне как тусенка. О, парнишка, даже так ты решил сделать. Кто же там у тебя прячется-то такой, а? А, вот ты какой хитренький, да? Хитрюнчик. Ну что ж. Понимаю, понимаю. Поехали. Так, два в лицо, там у него защита сработает, да? Плюс добор три карты, как всегда. В общем, старые песни о главном. Мышек, мышек убей. Блин. Создай случайного зомби. Создавай. А вот это плохо. А вот это плохо, друзья мои. Ух ты. Куда-нибудь я его смогу поставить? А что он делает? Так, когда зомби здесь, по-моему, получает минус 1-1. Зря ты, наверное, сюда парень поставил. А, вот ты как. Вот ты как. Уничтожает зомби. Командная эволюция. Блин, не пойму. При использовании зомби здесь и поблизости получает местную визию. Команда эволюции уничтожает зомби. Какого зомби? Любого? Точно, тогда зашибись. Тогда чики-пуки, друзья мои. Ох, сейчас будет как красиво, ребят, смотрите. Смотри внимательно. Два в лицо. Так. Тотальное уничтожение. Ну, ягодка, не подведи. Твою налево. Ягодка подвела. Давай, профессор. Думай. Думай головой. По-моему, он, ребята, сдался. Нет, 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 не сдался. Молодец, красавчик. Красавелла. Правда, вот эта вот колода на танцульках, она лучше бы подошла заразительной сальце. Какой же ты все-таки наивный парень, а? Какой же ты все-таки наивный. Погнали. Сейчас он в этот орешек попадет. Это же орешек у нас, считается как орех? По-моему, считается. То есть два в лицо сейчас ему. Тыдж! И все. И распластался. 17 ранг здесь не спас его. А может быть, просто не повезло ему с картами. Ну, как-то так, друзья мои. Мы добрались сегодня до 13 ранга.
почти до 14-го. Там осталось буквально одну победу сделать, и все. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно продолжим, но уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.